Всем привет, гости и подписчики моего канала. В сентябре не стоит забывать об уходе и подкормках смородины, чтобы получить хороший урожай в следующем году. Первое, что нужно сделать осенью, это произвести санитарную обрезку. Для этого нужно убрать все больные, поврежденные и старые большие побеги. Они обычно бурого цвета с налетом. Они уже дадут мало урожая. Также убираем все внутренние побеги внутри куста. Они будут только загущать куст. Еще убираем те ветки, которые близко расположены к земле. Молодые побеги укорачиваем на 5 см. Второе, что нужно делать, это обильно поливать смородину. Для того, чтобы сформировались хорошо цветочные почки, им нужно много влаги. По мере высыхания почвы, под каждый корень нужно поливать минимум по 5-10 литров воды. Третье, что нужно сделать, это разрыхлить землю вокруг кустов. Четвертое, следует сделать подкормку для хорошего созревания побегов и закладки цветочных почек. Для этого из минеральных подкормок можно взять калимагнезию, которая помимо калия содержит также магний, при недостатке которого начинается хлороз у растений. И вторую подкормку суперфосфат. Эти обе подкормки нужно взять по 2-3 столовых ложки и рассыпать под каждый корень, после чего разрыхлить землю. Также стоит побрызгать по листу хотя бы раз цирконом или эпином для снижения стресса и повышения иммунитета. Для этого нужно взять 1 мл одного из этих препаратов и развести в 10 литрах воды. И третье, чем стоит подкормить, это хелатом железа для избежания хлороза. На 10 литров воды нужно взять 10 грамм и опрыскивать по листу. Также стоит делать профилактические обработки от болезней. Для этого можно использовать такие препараты, как бордовская смесь, хом, оксихом, протон, согласно инструкции. Но если у вас поселились вредители, то из более натуральных препаратов подойдет фитоверм, а из более мощных – актара. На этом пока все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.